Ждать или не ждать автобус или трамвай, тут каждый сам решает для себя. Вот уже больше 100 тысяч самарцев выбрали простое решение – мобильное приложение «Прибывалка 63». Приложение после последнего обновления не только дает прогнозы прибытия транспорта. По задумке разработчиков, приложение станет площадкой для общения и обмена новостями. Раньше прибывалкой пользовались всего несколько минут для того, чтобы узнать, когда приедет нужный транспорт. Разработчики задумались, как сделать приложение полезным и в пути, и ввели новую возможность – обмен новостями. Мы придумали механизм, который, во-первых, свободен для того, чтобы любой пассажир мог что-то в него написать. Во-вторых, все сообщения в нем обязательно какие-то локальные. Это не события городского масштаба, а что-то, которое происходит в определенном месте. Теперь сами пассажиры могут оставлять сообщения о проблемах на дороге. Заметки о пробках, авариях, обновлениях на маршрутах транспорта будут появляться при открытии приложения, если человек едет в том направлении. Значит, в самом приложении появился вот такой еще один экран. Кроме остановок, маршрутов и поиска проезда, такая четвертая вкладочка, такой радар. На этом радаре показывается ситуация вокруг пассажира. Что происходит в километровой зоне вокруг? Кроме сообщений пассажиров, в приложении появляются локальные новости из официальных источников и средств массовой информации. Валерия Макарова, Станислав Левин, «События».